это выбор. А выбор очень сложно совершить. То есть, например, у меня достаточно сил, чтобы в момент не залипнуть в что-то мне ненужное. Даже если это очень приятно, там, чем-то пострадать, там, знаешь, какой-нибудь блокбастер, драму внутри нарисовать. Это же целое кино, я тоже это все обожаю. Но мне хватает сил и мотивации к своей личной жизни, к своему личному времени, чтобы туда не залезть. Я думаю, ты просто точку боли еще не нашла. Тебе еще не стало обидно. Пойми, что это твое удовольствие сейчас. Драма, да? То есть ты сидишь дома, ты не работаешь, ни хера не происходит, тебе нужна драма, и где ты ее находишь? В голове, правильно. А бабушка ее где находит? В сериалах. Ну, в таких, знаешь, мыльных. Мыльные сериалы, там же максимальная драма, уровень драмы 100. И вот я думаю, что ты пока не займешься чем-то, знаешь, прям таким супер тебя драйвящим, заводящим, мы из тебя эту драму вообще ничем не выгоним, потому что тебе просто скучно.